Россию возродила века. Путин и Медведев, единая Россия, с Россией уже сила, святая Богородица и Святая Христа. Да все Господу стремимся, герою армии России, ура, ура, ура! Два Елены Петровна, Путина на дети, великая победа, и слава, и ура! 2013-2024 года все россияне дружно на вас уверены. Слава! Да, приводимся. Владимир Владимирович, наш президент, ваша сила, здравствуйте. Россия, всякая звезда. Россия, ты всесильный, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы им поем, двух президентских сроком, Путину, Владимиру Владимировичу, 2012-2018 год, и Московский председатель правительства партии России, Медведев, Владимир Анатольевич, бронированный. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правая честь. Россия, всякая звезда. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Другим поем, двух президентских сроком, Путина Владимира Владимировича, 2012-2018-2024 года, на пост председателя правительства партии Единой России, Медведев, Владимир Анатольевич, президентским сроком, Путина. Путин Владимир Владимирович, 2012-2018-2024 год, и на пост председателя правительства партии Единой России, Медведев, Владимир Анатольевич, все участники дворянской сезонной славы честь России. Владимир Борисович, Собянин, Родионов, Зотов, Владимир Борисович, Майданов, Сокнов, Виноградов, Краснов, Селезнев, Павлов, Неверов, Виноград, Сокнов, Воробьев, Калмыков, Максим Таманов, Лобольцев, Бострюкин. Россия всесильна, во всем везде звезда. На небосклоне много красивых звезд. Люди поют, детских сроков Путина Владимира Владимировича. 2017-2024 год. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича в стране родной. Самому лучшему в мире тандему Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Партия Единой России, Народный фронт, Единая Россия, Армия ФСБ, все высшие награды, ордена, медали вам, главному герою России, всех планет, всех стран, всех континентов, главному президенту, политику, миротворцам, защитникам, тысячелетия, столетия, тысячелетия, Владимир Чеволетов, президенту, политику, эпохи, годы, самый главный, самый яркий звезд мировой культуры, Владимир Путин, по всем номинациям, Владимир Владимирович Путин, самым ярким звездам, ярким мировым звездам по всем номинациям. Владимир Владимирович Путин, слава честь России, Дмитрий Анатольевич Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Владимирович Медведев, Людмила Александровна, Алей Владимирович, награды, ордена, медали, вам, главным героем России, планеты, вам, главным героем России, всех планет, президент, политику, эпохи, годы, десятилетия, столетия, десятилетия, по всем номинациям, героям, героям, ярким звездам, самым красивым, мощным людям на планете, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Алей Владимирович, Екатерина Владимир Путин, Владимир Ильич Медведев, Сергей Семенович Собянин, Владимир Борисович Зотов, Колокольцев, Сокнову, Сергей Владимирович Сокнову, Виноградову, Майданову, Павлу Селезневу,
Овсянникову, Бортникову, Баранову, Сергеевскому, Ливанову, Макарову, Калмыкову, Шаманову, Настрокину, Чурову, Неверову, Чурову, Неверову, Владимиру Евгеньевичу, Неверову, Сергею Ивановичу, Воробьеву, Исаеву, Жукову, Жукову, Иванову, Матвиенко, Нарышкину, Медведевскому, Ливановскому, Славинскому, Скворцовой. Скворцовой, партии «Единая Россия», Россия, Народный фронт, армия ФСБ, МВД. Герои Ольганы Красной и на фестивале славы и честь России, Валянский сезон, честь отдаю. Честь отдаю. Президентских сроков Путина, Владимира Владимировича, честь отдаю двум БД, честь отдаю двум президентским срокам. Имени Сермитлийского, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Рафина, Людмила Игоревна, Людмила Анатольевна, Владимир Петрович, Дмитрий Петрович, Тайлор Владимирович, Ольгина Татьяна, Геннадий Марина. Мы со всеми россиянами, партии «Единая Россия», народ, с Майданом, Сахновым, Виноградовым, Родионовым, Павловым, Пишулиным, Павловым, Селезневым, Колокольцем, Баранов, Александровым, Красновым. Честь отдаем. Честь отдаем двум президентским срокам Путина, Владимира Владимировича, двум президентским срокам Путина, Владимира Владимировича, 2017-2017 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия», Медведева Дмитрия Анатольевича, стране родной. Наша Россия, наша идея, ваша сила, правая честь. Россия, 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 всегда. На Невском немного красивых ярких звезд. Мы поем двум президентским срокам Путина, Владимира Владимировича, 2017-2017 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, стране родной. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича, свет струящий, свет струящий, велик Христа живой. Христос воскресе, счастье, велик Христа живой. Христос воскресе, счастье, звучит над всей землей, священные напевы. Зажгли сердца горю. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2017 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, герой всех строю, чеканит по полущарке, победоносный шаг. И в небе развивается российский слава флаг. Парад на Красной площади, божественный мир свет. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2017-2024 год, и на то, что правительство партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича объединили всех. Единую Россию, священный долг и честь. Всеобщая победа и мировой успех. Наша Россия, наш вес, ваша сила, правый честь. Вот награждан Владимир России, Владимир Владимирович, вооруженные силы России, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Александровна Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путин, Светлана Владимировна Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, Ганин, Зотов, Сахнов, Виноград, Родионы, Майдан, поддержка всенародная, Неверов, Воробьев, партия «Единая Россия», Народная, поддержка всенародная.
Путин Владимир вообще на два президентства срока. Всемиром избрать. 2012-2018-2024 год. Всемиром Владимир Владимирович мир поддержать. За вас, Владимир Владимирович Путин, все россияне дружно. Срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. Всем российским надо правительство партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Пусть имеет тандем Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, все россияне партии «Единая Россия», россияне дружные близкие, негласно идем голосовать. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Стелла Владимировна. Мы идем голосовать, главное идем голосовать, волеизъявление народное. Наш президент, ваша сила, право и честь. Наш вооруженными силами России Владимирович Путин вас, поздравляю супругу Александру Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путин, Светлану Владимировну, Ключа Медведева, Сергея Собянина, Владимир Борисович, Родиона Сахнова, Виноградов, Кольцева, Рибакин, Ливанова. Ливанова, главный герой России, планет сегодня здесь, на дворянских сезонах, выдающийся дирижер. Дирижер. Павел Овсяников прекрасно дает концерт в поддержку двух президентских сроков. Путин Владимир Владимирович, 2012-2018-2024 год. И на пост председателя правительства партии России Медведев Дмитрий Анатольевич. Встречаемся. Нет, от него дирижер в мире. Наш президент вас. Я в президентских сроках Путина Владимира Владимировича всегда. Голосую за два президентских срока 2012-2018 год Путина Владимира Владимировича сегодня. Голос председателя правительства партии Медведев Дмитрий Анатольевич сегодня. Тандем Михаил Владимирович Медведев, единогласно, да. Рада ордена, медали Путина Владимира Владимировича Медведева. Всевышняя награда, ордена, медали. Всех стран. Да держи ты, держи. Всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира. Вам, главным героям России, всей планеты. Фестивали славы и чести России, Нобелевские премии мира России. Всех стран, континентов, фестивали, фестивали славы и чести. Ордена, медали, Единая Россия, Отечество, долг и честь. За единство, веру и славу России. Награды граждан имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира Перекстителя, святого Руси, маршала Жукова. Фестивали славы и чести России, все сезоны. ВВЦ, международного кинофестиваля, международной книги ВВЦ, ВВС, Госдума, Совет Федерации, президента, партии Единая Россия, Народный фронт. Поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. Господь председатель правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Награды всех стран, континентов, внучки, премьеры. Главным вам, главным человеком, президентом, политиком. Президентом, политиком. Десятилетия, столетия, тысячелетия миротворцев, защитников. Владимиру Владимировичу Путину. Самым золотым глазам планеты. Владимиру Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Дмитрию Александровичу, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Ильиче Медведеву. Сергею Собянину, Владимиру Борисовичу Кириллу, Зотову, Сахнову, Винограду, Владимиру Борисовичу Зотову, Родионову, Павлу Пушину, Колосольцеву, Рафиэлу, Грибакину, Баранову, Чайка, Колокольцеву,
Сердюкову. Бортникову. Медискову, Ливанову. Неверову. Скворцовой. Иванову, Нарышкину, Матвиенко. Партия «Единая Народный фронт». Неверову, Воробьеву, Ивлеву. Чурова. Партия «Единая Россия», Народный фронт. Неверову, побежали Воробьев. Все участники дворянских сезонов. Владимир Борисович Зотов. Сезон Всеславинского. Вонов. Все участники. Выдающийся, самый лучший передвижок. Павел Овсянников. Валерий Халилов. Наш Дурыгин. Наша Россия. Наш ведет вас со силу правой части. Вот наш Родин, вот он наш Родин. Все наши армии, МВД, ФСБ, группа спецпрокуратуры России, пацифистическая Россия, лучшая верить. Россия, голосуй за два срока Путина, Владимир Владимирович Сестяга. Голосуй за два президентских срока Путина, Владимир сегодня. Победа велика. Победа велика. Наш президент, сила правой части. Два приезд срока Путина, Владимир Владимирович, срок Путина, Владимир Владимирович, ура, победа на века, 2012-18-24 год, ура, победа на века. История и России, и Москвы. 400 лет изгнанию из России польских оккупантов народным ополчением под руководством Минина и Пожарского, и, конечно же, 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Наша великая отечественная победа. И, конечно же, мы с вами и все грядущие поколения должны помнить и бережно хранить в памяти тот удивительный подвиг, подвиг самоотверженного служения и веры в Отечество и в свою Родину. И сквозь эпохи и времена, конечно же, мы надеемся, эта память отзывается в миллионах и миллионах сердец русского народа. И сегодня, отдавая дань уважения нашей истории, будет звучать вечная музыка, прославляющая великую страну и великий русский народ. Тихон Хренников, полонез из балета «Наполеон Бонапарт», исполняет балет Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, постоянный участник фестиваля «Дворянские сезоны», балетмейстер, народный артист России Михаил Крапивин. We'll be right back.
Прекрасно. Браво. Прекрасно. Здравствуйте, российский кавалер. Лучший в мире. Петрога Путина, Владимир Владимирович. 200 лет назад, на рассвете 7 сентября 1812 года, началось крупнейшее решающее противостояние в войне с Наполеоном, сражение под Бородино. Битвой гигантов назвал это сражение сам Наполеон. Французский император признавал, что из 50 сражений им данных, цитата, «В битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские заслужили право быть непобедимыми». Конец цитаты. И до сих пор Бородино для каждого русского человека – это, безусловно, символ величия народного духа и предмет национальной гордости. Память об этом событии живет в наших сердцах и, безусловно, запечатлена в произведениях литературы, музыки, в песнях и стихах. Сейчас прозвучит знаменитое сочинение «Бородино». Фельдмаршал, князь, отчизны сын, и бич, и ужас всех французов, вождь русской доблести Кутузов, России верный гражданин, в народной памяти герой, и в будущие веки славен, и не дерзнет уж враг злонравен России нарушать покой. Великий Кутузов. По словам Александра Сергеевича Пушкина, главнокомандующий русскими войсками, Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал. Все современники отмечали его выдающийся полководческий талант, исключительный ум, блестящие дипломатические дарования и, конечно же, беззаветное служение своему отечеству, своей родине. Полководческая мудрость и прозорливость светлейшего князя за блестящие победы за все годы его служения Отечеству отмечена самыми высшими наградами того времени. А за поражение и изгнание наполеоновских войск
Талант Кутузова вознагражден орденом Святого Георгия Первого класса Большого Креста и орденом Святого Андрея Первозванного с алмазами, полученным из рук императора Александра Первого. Арию Кутузова из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» исполняет сейчас сопровождение оркестра 21 века солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреат международных конкурсов Максим Осокин. Конечно же, 200 лет тому назад никто не мог ни ожидать, ни предположить, что произойдет в Москве и с Москвой. Это было очень смелое решение российских военачальников. А сам Наполеон в войне с Россией, конечно же, придавал решающее значение захвату Москвы. Он говорил: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги. Если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я поражу ее в самое сердце». Поемные многочисленными победами французские войска двинулись на Москву, уверенные в успехе своего похода. Ну а, конечно же, защита первопрестольной испокон веков и по сей день у россиян тождественно олицетворялась защитой всего Отечества. И зарево московского пожара зажгло тогда небывалый огонь. Мщение супостатам за свободу своего Отечества. Сейчас прозвучит знаменитая патриотическая песня Михаила Глинки о Москве.
Тревожный набат московских колоколов всколыхнул на праведный бой за Русь, за Москву, за Россию, за Отечество. Правительство Москвы, Майданов, Зотов, Виноградов, Сахно, Зотов, Родионов, Александр, Сахно, Виноградов, Россиенко, Селезнёв, Вава, Петропаратур, О, Колокольцев, Родионов, Баранов, Банкер, Веров, Сеева, Партизин, Народный фронт, Армия ФСБНД, Нарышкин, Воробьёв, Неверов, Нарышкин, Иванов, Макаров, Таманов, Румыков, Витиски, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Лена Петровна, Виктор Петрович, Стелла Владимировна. Все со всеми участниками содержали. Голосуем Россия, Народный фронт. Поздравляем вас. Поздравляем вас с прекрасным праздником. Замечательный концерт. Вам приезд срока Путина, Владимира Владимировича, 2019-2018. Стать 24 высшей награды. Будем идею Собянину. Российской культуре и самой лучшей. И вам, Зотову, Родионову. Спасибо. Героям нашей культуры. Спасибо вам. Восхищаемся. Партия «Единая Россия», народ и кровь. Наш Россия. Наш президент. Россия. 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 Не восклоне много, красивых, ярких звезд. Мы им поем. Срок Путина, Владимир Владимирович. 2012, 2018, 2017, 2018. Вот, я тоже председатель проекта партии «Россия Медведев» Евгений Анатольевич. Президент, ваша сила, здравая честь. Вот вам президентский срок Путина, Владимир Владимирович, всегда. 2012, 2018, 2021 год. И на пол председатель проекта партии «России» сегодня. Евгений Анатольевич сегодня, всегда, сегодня. Владимир Путин, Владимир Владимирович, да, великая победа, мировой успех на века. Все прекрасно поддержали два президентских срока Путин, Владимир Владимирович, 2012, 2018, 2017, 2024 год, и на пост председателя своих партий «Единая Россия» Медведев, Евгений Анатольевич. Правительство Москвы, России, Госдумы, Совет Федерации, президента, господин Майдан, прекрасно поддержал, Владимир Зотов, Сахно, Виноградов. Зотов прекрасно поддержал.
Да, да. Президентский срока Путина Владимира Владимировича всегда. Голосуй. Президентский срока Путина Владимира Владимировича сегодня. Прекрасно, господин Майданов поддержал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Поздравляю вас. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Поздравляем вас. Два президентских срока Путина Владимировича. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Ура, победа на века. Сотов поддержал. Прекрасно. Родионов прекрасно. Ведерников. Наш Осин. Наш Ведер. Овсянников поддержал. Наш Осин. Наш Ведер. Родионов Сахнов. Наш Осин. Наш Ведер. Колокольцев. Бортников. Бортников. Макаров. Калмыков. Шаманов. Шаманов. Колокольцев. Колокольцев. Песков. 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 Александр. Краснов. Краснов. Наш Осин. Рафьянков. Селенев. Сахнов. Винограду. Награды, ордена, медали всех стран. Нобелевские премии, все в мире, российская полиция лучшая в мире, российская полиция лучшая в мире, Колокольцеву высшие награды, Баранову, Медведеву, ура, победа на века, Селенева, Рафьянку. Si produce destramente, e la testa di cervelli, e la testa di cervelli, fa struggire, fa struggire, fa struggire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori scendo, la schiamazza va crescendo, prende forza poco a poco, voglia già in loco loco, sempre il panno di alto peste, che ne sente la foresta, tu va cercando, prende l'altro, e ti avanza lo sarà, alla fin trova la storia, si trovata lì la gloria, e produce l'espansione, come in colpa di calore, come in colpa di calore. Tremolto temporale, un tremolto temporale, che fa l'aria rimbombarsi, che fa l'aria rimbombarsi, un tremolto temporale, un tremolto generale, che fa l'aria rimbombarsi, che fa l'aria rimbombar. El mischino calunniato, avvilito, calpestato, sotto al pubblico facelo per gran sorte la crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto pubblico flagello per gran sorte va a grepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a grepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a grepar. Si va a grepar, si va a grepar, si va a grepar. Путина Владимир Владимирович, 2012-2017-2024 год на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Русская народная песня «Дорогой длинною». Российская культура.
стали на тройке с погибцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Да. И столь старинною, да синеструнною, что по ночам так мучила меня. Кто выходит, пели вы за даром, а напрасну ночь за ночью шли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, тамочкой лунною, да с песнетой, чтоб давить свинья. И с той скалиною, да синеструнною, что по ночам так мучила меня. Ехали на тройке с повестками, да, видать, проехали давно, дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что с той старинною, да с неструнною, да по ночам так мучила меня. На Победа! Победа! Браво! Браво! Кузьминки, вы души моей приют, к вам вновь спешу я городом гонимый. Наши постоянные добрые, дорогие слушатели, конечно же, знают, что Кузьминки всегда отличались от других подмосковных усадеб и имений своим большим демократизмом. И праздники устраивались не только для вельможных особ, но и для простой публики. И наверняка кто-то из наших постоянных зрителей, слушателей вспомнит или узнает эти строки. «Здесь всему свое место», — вспоминал преподаватель Московской духовной академии Николай Руднев. «Самовары в одной роще, простой народ в другой, экипажи в стороне. Остается пожалеть только, для чего под Москвой нет поболе таких праздников и гуляний, где было бы столько простоты и истинно русского приволья». И, конечно же, музыка здесь звучала самая-самая разнообразная. Да так и было и на протяжении наших 10 фестивальных лет дворянских сезонов, от больших академических оркестров и камерных квартетов до исполнителей народных песен и наигрыши от виолончели и скрипки вплоть до балалайки, знаменитой русской балалайки. Концертную программу открытия 10-го юбилейного международного фестиваля музыки русских усадеб «Дворянские сезоны» продолжает лауреат международных конкурсов Сергей Якимов. Прозвучит русская народная песня в обработке Шишакова «Барыня». Вот-вот, все увидят и молодцы.
Владимир Владимирович, 2012-2018 год, на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, родной, наша Россия, наш президент, сила правая честь. Если срока Путина Владимира Владимировича всегда, 2018-2024 год всегда. Голосую за два президентских срока Владимира Владимировича 2015-2018-2024 год. Сегодня на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева сегодня голос его на два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год на пост правительства партии «Единая Россия» Медведева точится отдать. У вас на жизнь Владимир Путин Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, МВД, поддержка всенародная. Девка всенародная. Владимир Владимирович, Путина, срока Владимир Владимирович, мир поддержать. Два президентских срока Путина, мир поддерживать. Всемир, здравствуйте. Завтра Владимир Путин, Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Народный фронт». Все россияне, медведевские, дружные, единогласные, идем голосовать. Воля и мнение народа. Наш президент, у вас как сила, право и честь. Ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна, где всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Иди поем, глупый, если срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича в стране родной. Наша Россия, наш президент, вас, сила, право и честь. Бессмертного осенним Христово Thank you.
поздравляем, все уже поддержали. Сейчас поздравляем. Два президента срока Путина, Владимир Владимирович, 2012-2018-2024 год. И на высшей награды, что на Москву фестивале, он сказал, что Россия Путина, Медведева, Собянин, регион партии «Один Россия», народный фронт, армия ВДВ, друг был на нашей конфете. Спасибо. Поздравляем. Пишите вашу руку пожать. Наша Россия, наш президент. Ура, победа на века. Наша Россия, спасибо. Наша Россия, наша Россия. Спасибо. Есть, дружим. Есть, есть. Спасибо вам. Удачно. Спасибо. Спасибо. Наша Россия, наш президент. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вова, поздравляем тебя, поздравляем. Прекрасно проходит Московский международный фестиваль. Поздравляем. Все поддержали два, участники, два президента, организаторы, Никита Михалков, Шахназаров, посол Италии, посол все Италии. Поддержали. Два президента срока Путина, Владимир Владимирович, 2012-2018 год. И на пост президента правительства партии России Медведева, высшая награда Московского международного фестиваля «Чеканская дневножка премии мира», Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Александр, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Леонид Медведев. На, прощаю, наша Россия, самый лучший, самый двум президентам Путина. Наша Россия, великая страна, наш президент, в нем наша сила, правый человек. Ура, победа, ура, победа, победа. Ура, победа, победа. Герои на Красной площади, поздравляю. Отдаю честь президенту, правителю Владимира Владимировича. Они родной, наша Россия, наш президент, наша страна. Герои на Красной площади, отдаю честь президенту, срока жителя Владимира Владимировича. Они родной, наша Россия, наш президент, наша страна. Кинематограф лучший в мире, Московский фестиваль лучший в мире. Наша Россия, наш президент, вас, наш силу правы. Никита Евгеньевич Михалков прекрасно поддержал два президентских срока Путина Владимир Владимирович 2012-2018-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрия Анатольевича, высшая награда Московского кинофестиваля Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна. Светлана Владимировна, Дмитрий Собянин, партия «Единая Россия», народ, слава российскому кинематографу, московский кинематограф лучший в мире, московский фестиваль лучший в мире. Наша Россия, наш легенд, вас на всю правую честь. Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь. Высшая награда Московского фестиваля Путину Медведеву. Ура, победа на века. Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь. Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага. Света, дверь не вспыхнет, не вспыхнет огонь. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, высшая награда, ордена, медали. Всех стран континентов, Нобелевской премии мира. Путин, слава и честь России. Путин Владимир Владимирович. 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 Путин Владимир Владимирович.
Сердюкову, Нарышкину, Бортику, Иванову, Матвиенко, Жукову, Журовой, Исаеву, Воробьеву, Воробьеву, Жукову, Наша Россия, Журовой, Партия Единая Россия. Наша Россия, да. Еду всем депутатам, съезда по Партии Единой России, которые сегодня фронт прекрасно поддержал и поддерживает Отечество, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, и высший смысл жизни навеки нам дана. Наша Россия, наш президент, вас наш сил. Наша Россия, наш президент, вас наш сил, правда и честь. Россия, МС, ярчайшая звезда. Поздравляем вас двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год. Высшая награда, Медведев, Путин, Партия Единой России, Народный фронт, наша Россия, наш президент. С утверждением на пост председателя правительства Партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича с двумя президентскими сроками. Путина Владимира Владимировича 2012-2018 год. Путину Владимиру Владимировичу 2012-2018 год. Два президентских срока 2012-2018 год. На пост председателя правительства Партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича, наш Россия, наш президент. Вас всю правую честь. Thank you.